Йоу, всем привет, друзья! Деревня Сити, Продейшн Деревейшн, и сегодня у нас мега крутая заруба по поеданию еды. Приехали в деревню за эксклюзивным контентом специально для вас, поэтому поддержите лайком. Кто не подписан на канал, обязательно подписываемся, и мы начинаем. И сегодня у нас болельщики. Всем привет, пацаны. Злой школьник, как всегда, с вами. Маленький школьник у нас в роли болельщика. Понял, да. Будешь там. Чикарыто, да. Кентуха, братуха тоже болеет, да? И сражается у нас сегодня пахан. Привет, привет. Как дела, пахан? А, он такой, нормально, больная. Против Захи. Заха. Захер. Ты знаешь, с кем ты связался? С чемпионом, ё-моё. Будет очень сложно, но постарайся. И они едят, друзья, французский хот-дог, сосиски и пирожок. И запивают это все чайком. Чай открытый, не? Открываешь. Заруба снимается на улице, реально мороз, в минусовую погоду, очень холодно, но пацаны деревенские, закаленные. Просто монстры, поэтому будет жестко, братишки. Пишите в комментариях, за кого вы болеете. За Заху или за пахана. Е-бой. И победит сильнейший. Готовы? Естественно. Давайте, пацаны. Правила помните, да? Руки вверх подняли, старт. Кто первый доел, буковку заветную говорит. И победитель выигрывает 100 гривен. Сражаемся за денежный приз. Готовы? Конечно, да. На старт. Внимание. Марш! Ну, пошла жара в июне мая. Пацаны проголодались. Сегодня целый день коров пасли, ё-моё. Так что голодные, как волки, ё-моё. Пахан, это вообще опасный тип. Итак, ё-моё, а где пирожок? Уже во рту у пахана. Нормально. Ё-моё, Заха, Заха, что-то не получилось. Так, тихонько, не отли... то мелочи, Заха. Главное победа. Главная победа, главное участие, поэтому... Культура, ну её в баню, эту культуру. Блин, Вахан, что-то ты много, надо было пережёвывать. Давай, Заха, есть шанс, пока он напихал себе полный рот и не может это все. Ох, и холодно, пацаны, ну нахер, блин. Так, сосиски пошли в бой у пахана. Заха делает себе еще супер-пупер французский хот-дог. Итак, это интересно на самом деле. Охренеть можно. Блин. Школьник, как ты думаешь, что победит? Опа, опа, опа. Истерический смех у кого-то. Ё-моё, пацаны. Не подавись, малыш. О, ляпота, ляпота. Мечта деревенская после тяжелого рабочего дня употребить такие вкусняшки. На морозе. Да, ну что поделать. Жизнь деревенская суровая. Итак, что мы видим? У пахана пустые две тарелки, полный рот. У Захи полторы тарелки, тоже полный рот. Опа, французский пошел. Французиш. Кто же выиграет лавеху? Школьник, ты на кого ставишь? Пахан. На пахана? Да. Ну да, пахан сложный соперник, конечно. 50 на 50. Я на него сотку поставил. Ставки, ставки, да? Итак, ёка, Заха поторопился, поторопился, да, красавчик. Ох, что это у тебя кровь течет, пахан? Пахан тоже так сильно хавал, что аж рот порвал, блин. Поднимай. Что там упало? Сбрасывает что-то, Заха, да? Да. Итак, внимание, внимание, две сосиски. В каждую руку по сосиске. Мальчик работает на ура. Ох, ё-моё, лёза, прикинь, Заха. А ну. Давай, тихо. Блин, он не может собраться, ё-моё. Тихо, если сейчас глотнешь, это будет жестко.
Давай, 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 давай. Блин, ну захань такой тоже, блин. Крепкий парень оказался, ё-мё. Ебать. Малый, ты собака сутулая, я тебя ушарашу. Ты шо материся, блин? Да, блин, ну это. Охерел, блин. Итак, внимание. Внимание на экран. Внимание, внимание. У всех полные рты, кто первый прожует и глотнет. Это жесть. Ё-моё! Ну это жестко было. Заха, ты реально красавчик, я тебе честное слово говорю. Такую конкуренцию. Такую конкуренцию составил пахану. Это жесть. Друзья, вы видели. Заха реальный. Штребан. Реальный Джеки это Чан. Я пока салфетку доставал просто. Да, плюс там, блин. Но, тем не менее, свою мощность и силу пахан оправдал. Конечно. В этой зарубе. Порвал Заху. Красавчик, пахан, тебя мы поздравляем. Я 100 лет уже этим занимаюсь. Победой. На меня уже нет сильных соперников. Ну как это, мы ж... Блин, где я денежный прыск дел, блин, пацаны? Куда-то в карман ловил, я помню. Пахан, мы стараемся, ищем тебе соперников, видишь, вот Заха попытался, но это сложно реально, да, Заха? Че, я много выпил? Да, пару слов, как вообще было? Тяжело, не? Вкусно было. Вкусно, да? Базара не было. Но тяжело, да? Ты, конечно. Ну да. Тяжело было. 100%. Ты, пахан, шо? Да не, было тяжко именно, с этим пирожком еще. Но ты все равно мощный тип, да? Поэтому я его наконец оставил. Да. Мощный тип. Да? Так, пахану мы вручаем бабосики, друзья. Баландосик. Денежный приз. Пахан красавчик. Новенький. Да, поздравляем его. Всем спасибо за просмотр, братишки. Ставьте лайки. Подписываемся на канал и не забываем про колокольчик. Всем спасибо, друзья, кто посмотрел этот видос. Да, давайте какую-то эстафету запустим. Набираем, например, 3000 лайков. И мы повторяем жесткое видео, только с другими. И Заха будет сражаться против кого-то другого. Или против меня, или против школьника. Может быть, да. А пахану будем искать сильного соперника, пожестче. Да? Все, пацаны, ставим лайки. И всем удачи, до скорых встреч. С вами были деревенские бандиты. Йоу, всем пока.